Меня зовут Ваня Пух, я музыкант, учитель музыки и исследователь музыки в целом. Ударный инструмент — это моя, страшное слово, но, наверное, последнее и главное любовь и увлечение. Я утонул в этом еще 15 лет назад. Я, в принципе, профессиональный музыкант. Я клавишник, я басист, я владею неплохо духовыми разными струнными. Но в момент, когда я вот соприкоснулся с барабанами, все переменилось. Потому что именно барабаны – это музыка, которая не имеет совершенно никаких границ. И у нее есть много таких свойств, которых нет ни одного другого музыкального инструмента. Которые, на первый взгляд, в глаза не бросаются, но тем не менее. Вот, к примеру, стоит прекрасный инструмент, и мы знаем, что музыкальный инструмент позволяет играть, к примеру, грустную и веселую музыку. Так вот, на барабане нельзя сыграть грустную музыку, там такой музыки нет. Можно сыграть веселую и спокойную, но не грустную. Более того, барабаны — это такой инструмент, который в первую очередь влияет не только на слух, но и на тело. Они заставляют человека без особой на то разумной причины двигаться с места и пускаться в пляс. В этих инструментах очень много того, что можно условно говоря назвать магией. Эти древнейшие инструменты путешествуют с нами на протяжении многих тысячелетий, и до сих пор от них никто не отказался, и до сих пор людям нравится. И неважно, кто ты, шаман из Тувы или менеджер очень среднего звена из какого-нибудь современного мегаполиса, ты берешь барабаны, и у тебя внутри происходит дзынь. И вот этот дзынь ведет эти инструменты сквозь столетия, тысячелетия рядом с людьми. Они все уникальны и незаменимы. Это достаточно далеко от барабанной установки все. И я бы не сказал, что они имеют даже нечто сходное между собой, какие-то общие корни. Потому что, в принципе говоря, о барабанной установке мы можем видеть, что это инструмент, который развился из военных оркестров, из маршевой музыки. То есть изначально был большой барабан, малый барабан и тарелки. Вот. И барабанная установка — это изначально инструмент, рожденный из музыки, которая имела под собой не цель услаждать слух, не цель вызывать эмоцию, а заставлять людей идти в ногу. То есть вся музыка, к примеру, все марши — это такая специфическая музыка, которая является инструментом для ровной ходьбы, но не инструментом для создания чего-то глубокого, что цепляет на эмоциональном фоне. Конечно же, сейчас все переменилось, все сильно развелось, и это может иметь место, да, но ни один из тех инструментов, которые у меня здесь присутствуют, не уступает барабанной установке ни по каким параметрам. Можно привести очень простой пример. К примеру, ну, вот на любом из этих инструментов можно отыграть полноценный концерт. И это будет интересно, и человек будет это слушать, он будет вовлечен в процесс. Я очень с большим трудом представляю, как целый концерт играть на одной барабанной установке, чтобы это было увлекательно. Сколько крутой мастер бы там ни сидел. То есть все-таки барабанная установка — это у нас исключительно командная игра. А все вот эти инструменты, они могут существовать в пространстве инструмент-музыкант. То есть как нечто строго личное и интимное. Так и могут существовать в круге, потому что все эти инструменты одновременно с тем и групповые. И еще одно чудесное свойство барабанов. Я никогда в жизни не видел, чтобы собиралось где-нибудь в парке 50 гитаристов и садилось вместе играть. А барабанщиков видел и 50, и 100, и 200, и больше. И у них получается. Вот, поэтому это инструмент, кроме всего, еще очень объединяющий среди музыкантов. Иметь барабан дома, мне кажется, в современном мире это просто необходимо. Можно сказать, конечно, что это моя какая-то профессиональная деформация, но научно доказано, что игра на барабанах, на вот подобных, она является мощнейшим антистресс-механизмом. То есть игра на барабане в течение 15 минут нормализует сердцебиение, нормализует кровеносное давление. Она снимает стресс настолько, что человек 15 минут, поигравший на инструменте, он выдохнул от всего, снова собрался, и он имеет ресурс для каких-то дальнейших действий. То есть, если выбирать, грубо говоря, между барабаном и телевизором дома, надо выбирать барабан. Потому что, в отличие от телевизора, он не доставляет стресс, а снимает его.
Что до того, насколько сложно научиться играть на барабане? На этот вопрос есть два ответа. Первый ответ на него самый правдивый. Тяжело, как и на всем. 10 тысяч часов. Есть некоторое такое правило, что чтобы что-то освоить, надо уделить этому 10 тысяч часов. Но есть на это второй ответ. За свою жизнь я провел более 300 тренингов для очень разных компаний и людей. И я там наблюдал совершенно уникальную вещь. Есть 100 человек. Ты этим 100 людям раздаешь инструменты разные, задаешь им ритм, и все эти люди, они не музыканты, они просто обычные люди, они никогда в жизни этого не видели, не трогали. И буквально через минуту они играют в одном ритме. Это на самом деле какая-то магия, это настолько легко дается людям, что они могут сразу включиться в этот процесс, хотя по идее никогда этим не занимались. Тут стоит отметить момент того, что сам ритм, само явление ритма, что такое ритм? Это размеренные, одинаковые во времени его отрезки. И ритм – это наше биологическое состояние, это часть нашей физиологии. Я когда-то очень долго задавался вопросом, какой ритм был первый, какой он был изначальный. И я так долго над этим думал, а потом еще долго думал, почему я такой дурак. Потому что это очевидно, потому что первый ритм – это когда человек шагает. И в этот ритм, к слову, укладываются совершенно все ритмы мира. Вот в этот вот шаг. Вот. Если для обывателя, то можно на обывательском уровне научиться играть на этом инструменте за пару месяцев с учителем. И получать от него удовольствие, получать кайф. Если мы смотрим на это с точки зрения удовольствия, кайфа, антистресс-механизма, вот пару месяцев достаточно. Но по сути любой музыкальный инструмент, он не имеет никаких границ и не имеет никаких преград в своем освоении. Это только вопрос энтузиазма и времени, вот и все. Часто вопрос хорошего учителя, который подсказывает, как легче развиваться, как не делать ошибок, как с правильной точки зрения относиться к процессу. Это да. Но в целом на этом играют во всем мире, и большинство людей учатся играть на этом самостоятельно, интуитивно. Лучше всего использовать тот инструмент, который нравится. Лучше использовать разные инструменты, их когда много, это просто прям прекрасно. Чувствуешь себя ребенком в магазине игрушек, где все можно брать и всем можно играться. Это интересно и увлекательно. С точки зрения удобства, с точки зрения скорости освоения и с точки зрения, наверное, вот этого вот главного эмоционального трансового эффекта, конечно, это шаманский бубен. Он дико простой инструмент, это самый простой инструмент в мире. Ничего проще нету. Даже какая-то любая самая легкая дудочка потребует от человека учиться правильно закрывать отверстия. А про струнные инструменты я вообще молчу, там, но пока научишься все это прижимать. Что до клавишных, ну, я не знаю ни одного человека, который бы вот сам просто сел и научился играть на клавишных без понимания каких-то основ, сольфеджио, без понимания гармонии, без знания аккордов. Это сложно. А шаманский бубен ты взял и сразу играешь. Очень легко. Он физиологически устроен таким образом, что все движения, которые с ним совершаются, они у нас накатаны в реальной жизни. Но по сути... Вот есть колотушка, которая играет на шаманском бубне. И она держится подобным образом. Мы в нашей повседневной жизни огромное количество дел делаем таким образом. Мы орудуем молотком, мы режем. И этот процесс очень накатанный. Поэтому, когда колотушка берется в руку, и когда оказывается в руке инструмент, все происходит очень легко, очень понятно. К тому же, шаманский бубен – инструмент крайне неприхотливый в плане... звукоизвлечение, то есть с ним очень легко дружить. Очень легко. И поэтому, если выбирать именно первый инструмент, чтобы погружаться в барабаны, то это, конечно, шаманский бубен. У него есть обратная сторона, и заключается она в том, что шаманский бубен очень с трудом можно назвать именно музыкальным инструментом. Поясню. Я называю музыкальным инструментом то, на чем можно сыграть 24-й каприз Паганини, и мурку, и между ними будет разница, и эта разница будет ощутимая. Скрипка, саксофон, фортепиано, контрабас, флейта, там это все работает.
На шаманском бубне разницы особой не будет. Будет губ-губ и губ-губ. Поэтому если человек идет в музыку и в барабаны для того, чтобы самовыражаться именно как музыкант, самовыражаться посредством музыки именно в том, что у нас для услады слуха нужно, тогда шаманский бубен, наверное, не очень интересный инструмент. Тогда стоит обратиться к вот такому инструменту. Этот инструмент тоже очень простой, понятный. Называется он джембе. Или, пардон, как в Африке правильно называют, джембе. Этот инструмент тоже очень древний, очень распространенный. Это, наверное, самый популярный барабан в мире из перкуссии. То есть на нем играет прям огромное количество человек, огромное мировое комьюнити существует. Хотя, по большому счету, его привезли вот в мир, в данном случае в Америку, буквально, ну, может, 40 лет назад. Был некий такой дядька, звали его Бабатунда Алатунджи, он приехал в Америку и показал им, что такое джембе. И началось. Вот, в принципе, в мире много музыкальных традиций, но этот инструмент, он обрел главную свою популярность, в первую очередь, потому что он удобный. И его легко освоить с точки зрения движения, с точки зрения техники. Потому что есть инструменты сложные, этот простой достаточно. Я человек очень практичный и прикладной, и для меня кожа козы, натянутая на этот инструмент, не является живой козой. Сказать, что в этом инструменте живет какой-то дух, я духов не вижу, у меня вполне здоровая психика, несмотря на мой внешний вид. Поэтому я не могу сказать по этому поводу. Но могу сказать кое-что, что близко к этому. И это касается не только барабанов, это касается всех музыкальных инструментов. Если они сделаны из натуральных материалов, они имеют свойство запоминать настроение их хозяина и перенимать ту музыку, которую он играет. Я видел это своими глазами много раз, когда попадаешь в случайную компанию. Соответственно, о, давайте там песню попробуем, сыграем. Тебе дают гитару какую-то. И это какая-то старая гитара, на которой давно никто не играл. Ты начинаешь на ней играть, из тебя просто волной начинает лезть какое-то ретро. Вроде темная ночь, только пули свистят по степи. Вот оно само собой играет. Оно просится. И потом оказывается, что человек, это гитара дедушки, который там после войны ее купил на какие-то последние деньги и сидел, мурлыкал себе эти песни. Вот это есть. Инструменты из натуральных материалов запоминают это. Я не знаю, как это работает, не спрашивайте. Но вот такой факт есть. Синтетические инструменты этого не делают. Для музыканта в целом разницы никакой нет. То есть, если ты хочешь играть heavy metal, ты будешь играть heavy metal. Если ты хочешь играть этнику, ты будешь играть этнику. Вот, поэтому в целом, касательно живости инструмента, вот стоит инструмент, и он сам по себе, пока его не коснусь, мебель. Элемент декора, но не более того. Музыка начинается тогда, когда я с ним соприкасаюсь. И музыка эта рождается из меня, не из инструмента. Инструмент ее проявляет, выражает. Есть ли дух во мне? Ну, я подразумеваю, что есть, по крайней мере, многие религии так утверждают. Не знаю, на чем они основываются, но правда остается правдой. А музыка эта рождается, и она эмоционально находит отклик у тех, кто ее слушает. Вот, поэтому по поводу всяких шаманских заморочек с тем, что есть живые и неживые инструменты, я не в курсе. Так что это, наверное, к шаманам вопрос. А в моем понимании крайне сложно представить, где я могу пересечься с настоящим шаманом. Потому что, исходя из того, что я читал об этих людях, исходя из рассказов о них, мне не представляется возможным, что шаман подойдет к какому-то цивилизованному городу ближе, чем на 1000 километров. То есть это надо ехать, например, в Тыву. То есть там, где они обитают, скажем, эндемически. То есть те места, где они живут, где они находятся в контакте с природой. Но в сущности шаманизм, он не есть только то, что мы себе представляем. Какое у нас представление о шамане? Это такой человек, значит, в шкурах, в маске какого-нибудь животного с бубном скачет возле костра. Шаманизм есть контакт с окружающим миром, нахождение вот этого диалога с ним.
Поэтому в целом нельзя сказать, что один человек шаман, а второй нет. Мне кажется, что предпосылки к этому есть у каждого человека, лишь вопрос поиска. Да, современная цивилизация, она старается от вот этого поиска человека максимально отодвигать, потому что тот, кто становится другом окружающему миру, он становится плохим покупателем, у него другие потребности, другие надобности. То есть ему шестой Феррари не продашь, ему незачем. Вот. Но, тем не менее, находятся те, кто находит эту связь, и эта связь прекрасна, не стоит ее сопоставлять ни с каким количеством Феррари, потому что это удовольствие совершенно иного рода. Исторически вышло так, что наша музыкальная культура, она развивалась в мелодической струе, и от этого у нас очень много вокальных композиций, очень много народных песен, их много в целом в каждой народности. Но те, которые у нас, они отмечены, собственно, всемирным музыкальным сообществом, отмечены в том, что они являются невероятно мелодичными и красивыми. Они, большинством украинские песни все, они делятся только на две группы. Или хопа, гей-гей-гей-гей, и все веселье. То есть танцевальная музыка, целью которой является, собственно, или развлечение, или труд. То есть или работа, или досуг. И в украинской музыкальной культуре есть огромное количество безумно красивых меланхоличных песен, вот прям невероятно красивых. Тоже «Туман яром», тоже «Повея витер степовый». Я в своей жизни пел 10 лет в народном хоре, и хор этот вела женщина, которая была очень глубоко погружена в поиск этих песен, в культуру, она все это изучала, была невероятно вдохновлена этим. И украинская народная музыка неисчерпаема и невероятна. Мне очень жаль, что то, что лежит на поверхности, как бы вот в массах, оно скатывается исключительно к тому, чтобы принять на грудь несколько раз по 100 грамм спиртного и гоцать. Ну, она гораздо глубже. Но ситуация с барабанами обстоит просто. В украинской традиции, в украинской истории, во-первых, есть тулумбасы. Что такое тулумбас? Тулумбас – это огромный барабан, он похож на литавру. Эти барабаны, они имели свои функции не у сладу уха, а имели собой функцию передачи информации. То есть казаки на форпостах стоят себе, один увидел врагов, и давай вот этот тулумбас стучать, чтобы второй услышал. То есть таким образом они имели между собой связь, могли предупреждать друг друга. Грубо говоря, такая функция называется сигнальной. Такая же функция, к примеру, есть инструмента гонг. Когда заходил мандарин, либо же когда заходил император, делали пшшш в этот гонг. Это не музыка, это функция отметить приход великого. И второй инструмент, который по большому счету развит в нашей стране, то, что называется бубен, его еще называют гуполом. Это низкий барабан вроде небольшой басбочечки и звенелка сверху, которая делает уца, 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 уца. Вот на Западной Украине очень много ансамблей играют именно с ним. То есть вся музыка, которую мы часто называем в обиходе гуцульской, которая тра-та-та-та-та-ра-та-та-ра-та-ра, вся вот эта танцевальная штука, у них там вот этот бубен, он обязательно есть. Сказать, что это музыкальный инструмент в каком-то масштабном, широком смысле, нельзя. У него конкретная простая задача, чтобы качало, чтобы сподвигало к танцу. Вот, в принципе, история с вот этим гуполом, она достаточно обширная. Они были разные, они были разных размеров. Не припомню, к сожалению, имя. У нас сейчас в стране есть мальчик, который очень активно исследует это все. Активно занимается продвижением вот этих бубнов, восстанавливает традиции. Но шире, чем это, по большому счету у нас ничего не было. Наверняка были какие-то звенелки, были какие-то шумелки. Но это такой тип инструментов, которые есть совершенно в любой стране. То есть у всех есть какие-то низкие барабаны, у всех есть какие-то шумелки и звенелки. Все додумались сделать какие-то тарелочки, какие-то цимбалы. Вот. Но в нашей стране это дальше не пошло, потому что, видимо, в этом просто не было надобности. Почему ее не было, я, к сожалению, не знаю. Но история говорит, что если этнос идет по пути мелодического развития, обычно барабаны там развиваются редко. Всему пример Европа, в которой прекрасно развитая мелодическая линия.
и все мировые композиторы действительно известны, они вот из Европы, то есть из Африки их нет, из Японии их нет, то есть одна Вена, там есть понятие венские классики, которая само по себе являет вот прям квинтэссенцию классической музыки. Но сказать, что в Европе как-то развиты барабаны сильно, ну нет, в Италии есть тамбурелла, есть ирландский байран, и в общем-то я затрудняюсь назвать что-то еще. При этом, если мы возьмем какую-то группу Латинской Америки, Афрокуба она условно называется, там, где у нас самбо, самбовые оркестры, и там много музыки, там мамба, бачата, очень много стилей таких, в которых барабаны являют собой основную роль. Там инструментов не десятки, их там даже сотни. Их очень-очень много. Вообще разнообразных барабанов в мире существует огромное количество. Их прям все, не знаю, исследовать или хотя бы все подержать в руках, это, ну, я думаю, лет за 10, если задаться целью, можно успеть. Вот, научиться же на них всех как-то профессионально-технично играть, наверное, не получится и за всю жизнь. Вот, особенно если мы там посмотрим в сторону Индии, там прям все сложно. У них музыкальная традиция барабанная уже более 3000 лет устоявшаяся, и они ее только развивают, развивают, развивают. И, как говорилось, умом Индию не понять, и аршином общим, собственно, тоже не измерить. У них своя история. Есть Иран, в котором своя история, много разных инструментов, все очень красиво заплетено. Но если классическая музыка, мелодическая, она откликается у всех одинаково, к примеру, то традиционная африканская музыка мало кому нравится. Она специфическая, не наша культура. Равно как и иранская. Она тоже не понравится среднестатистическому обывателю. Если мы не берем какого-то, например, там, украинца или бурята, или тувинца, возьмем, например, какого-нибудь американца, как молодую нацию, более или менее усредненную в восприятии музыки, вот, им будет гораздо ближе классическая музыка, чем любая народная. Как выглядит картина с этническими ударными сейчас? Это стало действительно популярным в нашей стране, собственно, не так и давно, буквально 12-13 лет назад. И мне довелось стоять у истоков популяризации этого всего, и создание вот такого действительно всеукраинского комьюнити играющих людей, которое сейчас разрослось, оно достаточно большое. И придя даже в маленьком городке в какой-нибудь парк, сев там с инструментом, легко можно найти таких же сумасшедших, которые к тебе присоединятся. То есть это вот прям тенденция. А почему? Почему так работает? Потому что, во-первых, это достаточно простой инструмент, не требующий больших усилий. Во-вторых, потому что это инструмент очень социальный. Несмотря на то, что можно получать огромное удовольствие, играя дома, сидя самостоятельно, прекрасная вещь, когда ты просто идешь на джем, и там собирается дюжина барабанщиков, все сидят, играют, всем классно, весело. Но тут есть еще один очень забавный нюанс, и он заключается в том, что люди играют, какую музыку, откуда они ее берут. И все наши украинские барабанщики, они не играют ни одну из этнических музык мира, потому что они ее не знают. Они играют интуитивно, они играют то, из чего создан их суммарный музыкальный опыт. И музыка получается не похожа ни на что. То есть это гораздо ближе к какому-то хип-хопу, к какому-то драм-н-басу, к чему-то современному электронному, нежели к этническому. И поэтому эти инструменты, они имеют огромную популярность. И они нашли отклик и в современной украинской музыке, в современных украинских группах. Они нашли отклик в стезе звукотерапии. Они очень активно там используются. Они нашли отклик в ритмотерапии. Они нашли отклик в тренингах. И это инструменты, которые заняли вот свою очень плотную, очень хорошую нишу. И продолжают развиваться, и это прекрасно, потому что барабаны делают людей счастливыми. Я пришел к ним, с одной стороны, совершенно случайно, с другой стороны, неизбежно. Будучи мультиинструменталистом, любимое хобби для мультиинструменталиста любого – это освоить новый инструмент. Причем зачастую, что интересно, что этот инструмент осваивается интуитивно. То есть не смотрятся никакие мастер-классы, ты ни у кого ничему не учишься, ты просто берешь эту штуку, и пытаешься с ней что-то сделать. Сам вот этот процесс поиска, знакомства с инструментом,
он невероятно увлекателен. Думаю, что так это не для всех, но для меня это так. И я просто в какой-то момент, я был от этого всего далек, и я попал на фестиваль, мне в руки дали барабан и сказали: «На, играй». И я вынырнул спустя 6 часов. У меня, правда, все пальцы были синего цвета и все как большой по размеру. И я просто понял, у меня эти мурашки по коже, что все, это оно. Вот я нашел то, что искал. И сколь долго я погружаюсь в это, я нахожу все новое, 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 новое. Совершенно бескрайние это инструменты, этим мне они очень нравятся. Вот, и после того, как я познакомился с ними, я в целом все остальное забросил. То есть мне вот интересно только это. Хотя, наверное, какие-то профессиональные музыканты посмотрят на меня из серии. Вот скрипка, инструмент, не то, что в чужую шкуру палкой стучать. Рассматривать это в первую очередь с точки зрения музыки, то есть в целом эти инструменты, они созданы в разных музыкальных традициях, то есть, грубо говоря, вот это Турция и Египет, этот инструмент называется рик, он похож на то, что мы называем тамбурином. Но если в нашем случае тамбурин формировался, это был бубен, к которому просто присобачили звенелки, чтобы и играть вот такую вот музыку, то у этого инструмента история была иная. В арабской традиции женщины обычно сами музицировали и сами плясали. Поэтому те, кто музицировал, играли вот на каких-то более или менее стандартных бубнах, которые я чуть позже покажу. Подобные ритмы. А танцовщицы, у них был инструмент, который называется сагаты. Это ручные цимбалки, такие цик-цик-цик-цик. И вот одни играли, другие танцевали. И вот эта комбинация этих двух инструментов. Фрейм-драма, бубна круглого, который у них называется тар или бендир, которому приделали сагаты. Что это дает? Это дает возможность одновременно вести одному человеку две партии. Партию звенелок. И при этом партию бубна. Я не то чтобы прям как-то слишком круто владею этим инструментом. К слову, это один из самых сложных перкуссионных инструментов в мире. Он требует очень большой координации, очень сложной техники. Вот. Но изучать его интересно, знакомиться с ним интересно. Вот. Это инструмент совершенно многограннейший, который может быть использован в любой музыке, в частности, современной. Возьмем, к примеру, вот такой вот инструмент. Это как раз... В арабской культуре тот инструмент, который назывался тары, они все традиционные ритмы на нем вот так и игрались. Потом кто-то умный додумался до того, что можно еще держащие рукой играть. Потом кто-то умный еще додумался, что этот инструмент можно держать вот так. Каждый из этих инструментов имеет несколько специфический звук и назначение. Но сам по себе инструмент и особенности его звука никогда не определяют ту музыку, которую играет человек. То есть, если мне захочется играть на этом любую музыкальную традицию, я могу играть на нем что угодно. И по большому счету вся их градация, она скорее историческая, чем современная. Не более того. Все эти инструменты, они звучат немножко по-своему, не похожи друг на друга. Вот, к примеру, есть вариант...
Этот инструмент называется дейре. А дейре — это иранский инструмент, и у него вот такие звенелки внутри. Потому что кто-то додумался до того, что, ага, окей, вот хороший бубен, но можно, чтобы у него был еще там спецэффект. У него более высокий звук, он несколько специфический, но при этом какие-то горные народы туда, в сторону Ближнего Востока, просто обожают это. Вот, сразу понятно, откуда веет ветер. А джамба имеет несколько другую структуру. И сейчас, собственно, я вам отмечаю, чем идеально хорош, идеально удобен этот инструмент. Вот как есть у нас две руки, есть две ноги, есть один корпус. Джамба такой же. Ты садишься, он находится у тебя посередине, и руки вот они. Все. Прекрасно, удобно. Традиционная африканская музыка на нем выглядит приблизительно так. Вот, при этом то, что играется на джембе в нашей стране, к примеру, выглядит больше вот так. Этот инструмент бескрайний, на нем по большому счету можно играть все, что угодно, и можно играть любую музыкальную традицию. Например, ту же Турцию. Танцы живота. Все эти инструменты уникальны, не похожи друг на друга, и каждый из них имеет свое настроение. Что до вот этого инструмента, видимо, когда-то кто-то сделал бубен, и у него не получилось, как хотелось, поэтому стал использовать его в бытовом каком-то деле. Либо же это просто была миска, в которой что-то каталось. И вот здесь насыпаны маленькие шарики, которые благодаря тому, что перекатываются на мембране, создают шум, очень похожий на шум моря. Этот инструмент так и называется Ocean Drum. Вот, и в целом это шумовой эффект, но никто меня не остановит, если я захочу сделать вот так. То есть все можно вертеть как угодно. И это прекрасно. Звуки душевного равновесия и барабанов — вещь достаточно сложная и, несмотря ни на что, мало исследования. Вообще не очень понятно, почему это так влияет на человека. То есть вот прямой зависимости нет. Необъяснимо, почему человек играет на барабане, и у него меняется настроение. Потому что если человек сидит и слушает, как кто-то бьет молотком, у него настроение не меняется, а от барабана меняется. Непонятно почему. Что до звуков... Мой взгляд на этот вопрос очень прост, и он рождается из физиологии. Особенности нашего слухового аппарата заключаются в том, что мы гораздо лучше и приятнее воспринимаем более низкие звуки, более гулкие.
Это за счет того, что вот те вот усики, которые у нас находятся в ухе, они от низких звуков колеблются в меньшей частоте. Это создает меньшую нагрузку на них. Соответственно, меньше нагрузка на сенсорную систему, легче нагрузка на восприятие. Поэтому с точки зрения максимально близких к человеку звуков, интуитивно это будет все-таки шаманский бубен. Потому что он мягкий, гулкий, и у него очень теплое звучание. Этот инструмент очень приятно звучит на слух. И этот инструмент, у него еще очень существенный плюс. Он ощущается телом. То есть, когда происходит вибрация мембраны, она большая и резонирует наша плоть от него. Это ощущение позволяет сделать игру на нем еще более погружающей, более медитативной, более успокаивающей. Потому что, если играя на джембе, ты просто шумишь и слышишь звук, то здесь ты чувствуешь отдачу инструмента на себе. Это одна из таких штук, которых, наверное, ни у одного другого инструмента и нету. Все шаманские бубны разные, абсолютно. Даже если эти инструменты сделаны условно на фабрике под одну копирку, все шаманские бубны разные. У меня здесь есть несколько подобных инструментов. Возьму, к примеру, вот этот. Если бы среди нас был настоящий шаман, он бы сказал, что это не шаманский бубен. Потому что принято считать, что шаманский бубен – это инструмент, сделанный исключительно из натуральных материалов. Дерево, кожа. Вот. Этот инструмент сделан из синтетических материалов. Однако, давайте послушаем. По большому счету, при том, что этот инструмент ровно в два раза легче и не подвержен влиянию влаги и температуры, звучит он очень близко. Тут возвращаемся к вопросу о том, что есть ли душа у инструмента. Сюда приезжают, что вот шаманский бубен – это инструмент с душой. Оговорюсь еще раз, я не в курсе. То есть мне одинаково комфортно, что с этим инструментом, что с этим. И в плане работы с ним в эмоциональном плане, в плане состояния, я разницы не ощущаю, потому что по-прежнему музыка, извлекаемая отсюда, рождается из меня, а не из инструмента. Что-то символики на бубнах, она есть вполне нечасто. Обычно это просто кожа, вот как мы видим здесь. Иногда бывают рисунки по коже, это обычно какая-то условно-ритуальная история, на них там всяких тотемных животных рисуют. Вот тут как бы кто во что горазд. Что до вот этих инструментов, здесь дизайн разрабатывал я увидел это в вот таком формате, чтобы это было красиво, симпатично, чтобы это эстетично выглядело. И когда вот спрашивают люди, скажите, говорят, что это за символ? У него есть какой-то духовный смысл? Единственное, что я могу ответить этому человеку, сказать ему честно, кто знает, друг мой, кто знает, может и есть. Вот, но в принципе, то есть рисунки эти просто означают, что разработчик инструмента подумал над тем, чтобы это выглядело красиво, эстетично, и чтобы на фоточках в Инстаграме это собирало много лайков. Современный мир, современный шаманизм, никуда от него не денешься. Вот, ну плюс вопросы удобства, эти инструменты, конечно, легче и удобнее в обиходе. С ними гораздо меньше проблем. Говорят, что шаманский бубен ведет людей в транс и позволяет путешествовать ему по разным мирам. Я хотел бы несколько поправить это определение. Пожалуй,
бубен позволяет человеку путешествовать по разным состояниям. И в этом смысле этот инструмент совершенно уникален, при том, что с точки зрения музыки он практически ничего не стоит, и приписать его какому-то музыкальному стилю, что-то им дополнить, сыграть на нем какую-нибудь, не знаю, группу крови прекрасного Виктора Цоя, ну не получится, это не оно. При этом с точки зрения влияния на сознание, это самый мощный барабанный инструмент, который в мире существует. Если задаться вопросом, почему это работает, там огромная дыра. Непонятно, почему конкретно эти звуки вводят человека в такое состояние. Кто-то говорит о том, что это вот мы так слышим биение сердца матери, когда находимся в утробе. А кто-то говорит, что так проявляются духи, живущие в инструменте. Я признаюсь вам честно, я не знаю. Я нахожусь здесь в роли обезьяны, которая жмет на кнопку и получает банан. Вот. Но постепенно, выработав систему взаимодействия с этим инструментом, я обнаружил там определенные закономерности. И они очень простые. Чем быстрее темп игры на инструменте, тем больше этот инструмент заставляет вас насыщаться эмоционально, давать вам эмоциональный подъем, давать вам энергию, давать вам желание двигаться. Чем медленнее этот темп, тем человек становится спокойнее, уравновешеннее, плавнее. И вот в бубне это прямая зависимость. За счет особенностей звучания этот инструмент позволяет долго и безостановочно на нем играть, что само по себе, ну просто представьте, человек сидит, никуда не бежит, ни о чем не думает, и находится час в состоянии игры на музыкальном инструменте. Естественно, его состояние переменится, потому что у него из головы выветрятся все лишние мысли, у него волей-неволей расслабится тело, потому что в состоянии сильного напряжения делать это просто не получится. Человек, играющий на шаманском бубне, он волей-неволей приходит в состояние расслабленности. Просто за счет того, что спокойно сидит час и занимается каким-то делом, которое не требует от него какой-то особенной умственной и аналитической активности. То есть с точки зрения нагрузки на голову это очень простой процесс, максимально простой. Что позволяет человеку как минимум хорошенько отдохнуть от окружающего мира, во-первых, а во-вторых, от самого себя. То есть, грубо говоря, до очень глубокой степени расслабиться. Что происходит в состоянии этого расслабления с человеком? Здесь у каждого индивидуально. В основном кто-то приходит к каким-то инсайтам, к какому-то пониманию каких-то вещей, которые не понимал до этого. Либо же не приходит к этому и просто расслабляется, ему становится легче, он становится спокойнее, лучше себя контролирует в эмоциональном плане. Люди избавляются посредством игры на бубне от тревоги, от избыточного напряжения, от агрессии. Но по большому счету, честно говоря, это можно скорее причислить к антистрессовым его свойствам, чем условно магическим. Магия появляется в самом человеке, когда он в себе, когда он спокоен, расслаблен и собран в моменте здесь и сейчас. И посредством игры на бубне, а человек, когда играет на бубне, он не может находиться мысленно нигде, кроме как здесь и сейчас. Потому что любые попытки думать о прошлом или о будущем, они разбиваются в ничто. Этот процесс поглощает человека полностью. За счет этого появляются все спецэффекты, которые связаны с бубнами. Что до путешествия по каким-то мирам, это тоже история скорее из шаманизма, и даже не из самого шаманизма, а из того, как он описан, ну, скажем, в массовом сознании. А как там все происходит на самом деле, лично мне доподлинно неизвестно. Я бы с радостью этим поинтересовался, хотя и не считаю это главной своей целью и главной своей задачей. Есть вот такой факт, и факт этот очень простой. Шаманизм как явление, он существовал в огромном количестве точек в мире, не связанные между собой. Здесь мы можем взять и Южную Америку, и, к примеру, там Алтай. То есть они не соприкасались друг с другом. И шаманов было по миру много, их по сей день по миру много есть. Есть два основных инструмента, которые они используют для изменения своего состояния. На всей планете два инструмента, одни и те же. Это шаманский бубен и это голос.
Поэтому я занимаю позицию того, что я исследую те инструменты, которые используют они, и, грубо говоря, изобретаю это по-новому, исходя из той точки, в которой я нахожусь. Потому что подход человека, который живет на Алтае или в Южной Америке, я боюсь, что мне, как условно говоря, там, жителю мегаполиса, он не подойдет никак. Поэтому приходится исследовать, углубляться в это. И в этом что-то есть. Это работает. Завести это, описать это системой пока не представляется возможным. Но я надеюсь, что когда-то это станет возможно. Точно могу сказать одно. Я не знаю ни одного человека, который бы, поиграв полчаса на шаманском бубне, сказал, что чувствует себя хуже, чем было. Я не знаю ни одного человека, на которого бы шаманский бубен повлиял плохо, только хорошо. И причем, чем дольше у человека происходит практика, чем закономернее она в пространстве, чем чаще он погружается в это состояние, тем больше влияние этого инструмента на человека. И главная суть этого инструмента, его влияние, это внутренний покой, расслабленность, то, что на Востоке принято называть состоянием медитации. Вот, этот инструмент вводит в это состояние сам собой. Потому что если на Востоке там есть разные техники, особенная поза, особенная система дыхания, то здесь ты просто берешь, стучишь и попадаешь туда. Поиск новых звуков на бубне проходит в большей степени интуитивно, потому что по большому счету этот вопрос можно рассматривать с двух диаметрально разных точек зрения. Первое, что в бубне есть только два звука, что есть бас и есть верх, все, и больше ничего нету. Между ними есть какое-то различие. И можно рассматривать этот инструмент с точки зрения того, что здесь бесконечное количество звуков. Как я считаю, что и в любом инструменте есть бесконечное количество звуков. И это всегда вопрос поиска. Потому что бубен еще имеет такую особенность, что здесь звук меняется от силы удара. И меняется очень тонко. Поэтому у нас есть, грубо говоря, там некоторый такой XY-шкала относительно того, как здесь происходит поиск звуков. Мы либо спускаемся вниз вверх по мембране, либо повышаем, понижаем силу удара. И по сути на этом инструменте звуков много. Просто разница между ними невелика. Однако, мы привыкли интуитивно вслушиваться в барабан, мы слышим какой-то основной ритм, а нюансов не слышим. Но когда же человек играет долго, слух начинает распознавать дополнительные полутона, краски, особенности. Нет, на этом нельзя сыграть симфонию, но это может быть достаточно широко и интересно. Теоретически, любой человек может сделать бубен сам. И есть такие практики, потому что мастера шаманских бубнов же откуда-то появляются. Появляются, они делают их сами. Посредством каких экспериментов и какого обучения они к этому приходят, я, к сожалению, не знаю. Потому что мои вот эти вот верхние конечности, они с точки зрения бубностроения растут явно не из плечей. То есть я, окей, музыкант-исследователь, но делать инструменты я пока не умею, хоть и хочу научиться. Пока я пользуюсь теми, кто уже знает это. В принципе, ничего сложного нет. Согнуть кусок древесины, сделать обод, натянуть на него кусок кожи, завязать сзади резинками. Но с точки зрения профессионала, любой процесс прост. С точки зрения того, кто пришел к этому процессу, вот с первого раза, процесс очень сложный, чтобы сделать качественный, хороший инструмент. А при этом есть замечательная практика того, что мастер приглашает к себе людей, и люди вместе с ним в течение там, 3-4 дней сами своими руками делают себе инструмент. Но они делают себе инструмент, у них уже есть обод, у них уже есть подготовленная кожа, и у них есть мастер, который стоит и говорит над ним, делай так, делай так. То есть они не делают его фактически сами, по большому счету мастер делает эти инструменты их руками. Для того, чтобы создать любой качественный инструмент, неважно, это рояль или бубен, нужен опыт, нужны материалы, нужны эксперименты. То есть на коленке сделать можно, но качества не будет. В Украине есть, и мастеров этих, скажем прямо, немало.
Вот этот бубен, он украинского производства. Это прекрасный мастер, которого зовут Вячеслав Ворон. У него прям отличные инструменты, этничные, все как надо. У нас есть прекрасный мастер Светогор Магур, который тоже делает подобные инструменты. Есть мастерская, которая называется «Правдиви бубны». И еще, наверное, с полдюжины мастеров, которые делают эти инструменты. Единственное, что в нашей стране все делают инструменты, имея в виду шаманские бубны, достаточно однобокие, только традиционные. Почему я отмечаю это специально в нашем видео? Потому что у этих инструментов, при всей их невероятной красоте, есть два существенных минуса. Почему мне пришлось в итоге заморочиться и искать производителя не вот подобного. Этот производитель тоже украинский. Это бренд Be Together. И вот они сделали для меня эти замечательные инструменты. Натуральная кожа, она очень сильно подвержена влиянию влаги и температуры. И если с этим инструментом оказаться в лесу, у него очень сильно просядет мембрана. Он не будет звучать от слова «вообще». Шаманам, которые пользовались этими инструментами, было легко. Почему? Потому что где шаман, там костер. Какое ж камлание без костра. Костер зажегся, бубен над ним поводился, подсох, звучит. Размок опять. А меня, честно говоря, такая ситуация смущает. Каждый раз сжечь костер, когда хочешь поиграть, на мой вкус, это как-то, ну, несовременно, как минимум. То есть, есть другие пути. И второй, на мой вкус, существенный минус этих инструментов заключается в том, что они тяжелые. Подразумевается, что шаманский бубен у нас держится в одной руке. И даже я со своими, ну, весьма внушительными руками не могу удержать его дольше получаса, мне хочется его куда-то опереть, поставить, припереть. В отличие от подобных инструментов, которые весят легко и не зависят ни от влаги и температуры. Но, как говорят мои коллеги-шаманы, там эти инструменты не живые, в них нет духов. Собственно, что посоветовать всем зрителям, и в частности, в первую очередь, зрителям из Украины относительно бубнов. Я считаю, что в каждой семье должен быть музыкальный инструмент. Обязательно. Это доказано на протяжении многих столетий, что музыка делает человека лучше. Музыка дает человеку такие навыки, которые не дает ничто другое. И коль уж ситуация выглядит подобным образом, почему бы этому инструменту не быть шаманским бубном? Моя 8-летняя дочь справляется с этим инструментом без проблем. Ее никто не учил, она просто берет и играет. И так с этим справляется любой человек. Это инструмент, который стоит относительно недорого, его легко для себя приобрести. Инструмент, на который может играть вся семья. И это в первую очередь инструмент, который позволяет, как я уже упоминал, сильно сбавлять стресс. А стресс – это главная проблема современного общества. И когда семья собирается дома, папа пришел нервный с работы, мама пришла нервная с работы, ребенок вернулся нервный из школы. Если кто-то из них самоизолируется в комнате и поиграет 15 минут, из трех один уже будет спокоен, будет более расслаблен. А это уже больше, чем ничего. Вот, поэтому в идеале, конечно, по бубну на каждого человека семейные посиделки. В моей компании, в моей семье и с моими друзьями у нас обязательно, если кто-то ко мне приезжает, мы обязательно садимся играть. Это уже просто вот такая традиция, от которой никуда не денешься. И это происходит, как говорится, по доброй воле, по ощущению. А просто, ну, не из надобности делать это специально, вот потому что надо. Шаманский бубен – дико удобный инструмент. Его легко брать с собой. Он мало весит, он неприхотлив, и он может с вами путешествовать куда угодно. В отпуск, на дачу. Это инструмент, рояль в лес не потащишь, а бубен легко. То есть он становится спутником человека, и вместе с тем вот это состояние медитативное, расслабленное, оно становится спутником человека вместе с бубном. Чем больше человек находится в этом состоянии, тем более естественным, тем более привычным оно становится для него. А человек спокойный, уравновешенный,
он, во-первых, не подвержен стрессу, во-вторых, не подвержен влияниям со стороны, он не подвержен провокациям, он остается в своем внутреннем мире, в своем равновесии, в своем состоянии и сеет его вокруг. Может быть, если бы в каждой семье у нас был шаманский бубен, все бы мы глобально жили немножко иначе. Нет, я не фантазер, не мечтатель, я практик. И я точно знаю, что телевизор на бубен менять точно надо. Потому что от этого есть реальная польза. Реальная, доказанная много раз. Почему так работает, неизвестно. Но она есть. Я надеюсь, что когда-то мы все-таки дойдем до понимания того, как музыка связана с сознанием человека. В частности, как бубен связан с сознанием человека. Наверное, про бубны надо отметить еще один нюанс. Этот нюанс важный, почему этот инструмент является среди всех музыкальных инструментов, по большому счету, уникальным. Любая музыка, которую мы слышим, мы воспринимаем ее через эмоции. То есть мы воспринимаем ее через воспоминания, через картинки. Мы воспринимаем музыку через какие-то конкретные мыслеобразы, которые так или иначе вызывают у нас эмоции. Но эти эмоции, они осязаемые, они для нас объяснимые. А шаманский бубен уникален тем, что музыка, которую он излучает, которую он создает, независимо от того, кто на нем играет, она сама по себе не иллюстрирует ничего. То есть под то, что играется на шаманском бубне, единственное, что можно представить в своем уме, это шамана с бубном. Все, больше ничего. Ни один другой образ, ни одно другое воспоминание к этому не клеится. И поэтому, когда происходит игра на шаманском бубне, ум останавливается. Ему нечего делать. Ему не за что цепляться. И оттого он имеет в себе большую хорошую передышку, он использует меньше ресурсов. А самое главное, он, грубо говоря, как любой процессор, неважно, компьютерный, умственный, железный или биологический, когда на него снижается нагрузка, он остывает и начинает работать лучше, корректнее. Вот, поэтому у меня нет доказательств того, что здесь есть прямая взаимосвязь, однако я вижу тенденцию того, что у людей, которые активно играют на шаманских бубнах, начинает порядком лучше работать голова, как в аналитических способностях, так и в творческих. Вот такая вот особенность. На самом деле, я никогда не знаю, что я буду играть. То есть, я просто запускаю этот процесс и ухожу в него. И большинство людей делают точно так же. Это самый правильный и надежный метод. Ввиду того, что нот у нас нет, по сольфеджио мы ни к чему не привязаны. Процесс просто запускается сам собой. И дальше я иду за своими ощущениями. То есть, я спрашиваю себя, окей, чего я хочу? Хорошо, я хочу разогнаться, чтобы у меня было больше энергии. И вот этот ритм заставляет вот мое тело автоматически шевелиться, качаться, двигаться. Расслабиться, проветриться. То есть я не ощущаю в себе там ни злости, ни агрессии. Мне не нужно ее выжигать в себе, выбрасывать. Мне нужно просто расслабиться, успокоиться. Я замедлю темп. И тело мое реагирует по-другому. Вот эта музыка заставляет двигаться его медленно и плавно. Когда человек плавно движется и медленно, случается определенная хитрость. Как оказывается, плавно и медленно двигаться невозможно, когда ты напряжен, только когда расслаблен. У бубна очень продолжительный звук, и несмотря на то, что ударов мало, инструмент звучит все время. Звуки поднимаются и спадают.
можно сказать, что бубен поет. Вот, и зависимо от того, куда хочется сдвигать это состояние, выбирается особенность ритма, и выбирается она вот просто из быстрого и медленного. Причем быстрый ритм делает человека заряженным, но при этом оставляет его спокойным. Он дает ресурс, он раскачивает тело, заставляет его двигаться. Как бы выразились мои коллеги метафорически, он дает телу огня, дает ему энергию. Но это не значит, что человек, поиграв быстрый ритм, схватится за топор и побежит за соседом. Нет. Даже если сосед ему не нравится. Медленные же ритмы, выражаясь метафорически, это скорее воздух, как дующий ветер. И они успокаивают и замедляют. Обычно после часовой сессии игры или прослушивания подобного ритма, отмечу, что разница для человека, она не так уж велика, по сути. Потому что эффект, конечно, когда играешь сам, он больше, но приходится отвлекаться на процесс игры. Когда же человек просто лежит и слушает, он может полностью погружаться в это состояние. И после вот этих сессий первый главный эффект, который бросается в глаза, заключается в том, что обычно люди после сессии 15-20 минут, они сидят и молчат, не хочется говорить. Потому что когда внутри наступает вот эта тишина и равновесие, сказать как бы и нечего, и незачем. И люди после этих сессий сидят спокойные, расслабленные. И состояние после них, оно длится еще какое-то время. Удивительная магия этого инструмента заключается в том, что когда практикуешься с ним достаточно часто, и вот тут я говорю не про 10 тысяч часов, я говорю про несколько месяцев просто ежедневной игры. В итоге все сводится к тому, что человек в состоянии вот этого спокойствия и равновесия остается все время. Он играет там 20 минут в день, приходит в эту норму, и на целый день этой нормы хватает для того, чтобы сопротивляться стрессовым ситуациям, для того, чтобы сопротивляться своим каким-то негативным, деструктивным эмоциям. Причем не посредством борьбы с ними, уничтожения их, а посредством просто не испытывания их как неприятных. Когда же человек живет и не испытывает неприятных эмоций, не думает никаких деструктивных мыслей, жизнь его начинает сильно меняться. Это не всегда легко, но это всегда изменение в лучшую сторону. Красота!